У нас тут по весне лес пилили. Ну и вот бревна, значит, лежали, наверное, 2 месяца или даже уже 3. Ну и вот, наконец, осталось только 2 бревна. Что интересно, забрали не все подряд, а только эти 2. А вот с другой стороны, к примеру, как лежали, так и лежат. Там вот тоже бревна лежат с правой стороны. Там вот бревна тоже лежат с левой стороны. А здесь вот 2 бревна оставили. Вот это вот все, они тут как раз вот так вот все лежали. Там вот даже ничего не растет, потому что там света не было. Вот так вот интересно, я говорю. То есть забирают не все подряд, а именно то, что хотят. Там вот тоже великолепная чурочка стоит. Я не знаю, какой там у нее диаметр. Ну, наверное, 0,5 метра. Да. Красиво. Кто-то там свои инициалы оставил. Ну вот, мои ножки 44 размера. Вот такая же вот тоже чурочка стоит. По весне у нас тут грязюка была. Дождей давно не было. Тут все уже успело высохнуть. У нас тут сейчас гром гремит. Дождик обещают. В прогнозе погоды писали: зонтик с собой берите. Ну вот я вышел без зонтика, так что иду домой, тороплюсь, надеюсь, что дойду и что меня не промочит. Но гремит на небе хорошо. Здесь в лесу молнию сейчас не увидишь, если только она рядом не ударит. Ну вот грибочек. Для сравнения. Будет дождь, не будет, непонятно. Наверное, что-то будет.
Вот уже капельки до меня долетают. И до дома мне тут идти, ну, наверное, уже недалеко. Прятаться тут, конечно, в лесу негде. Да и сидеть тоже, как это говорится, не дождешься. Кто-то себе дровишки приготовил. Лежат, сохнут. Такое впечатление, что гремит как будто бы над головой. Но гремит где-то далеко. А земля у нас тут вся потрескалась. Дождя давно не было. Такие вот трещинки. Вот тоже трещинка прямо посреди дорожки. А здесь вот на тропинке у нас валяется вишня. Судя по всему, наверное, какая-то дикая. Ну вот уже даже красненькая ягодка. Даже спелая. Конечно, земли подбирать, оно как бы не очень мудрое решение. Если ягоду рвать, то, конечно, только с веток. С земли, конечно, ягоду собирать — это глупо. Ну ладно, понять.